Всем привет! Сегодня моем машину. Что нам для этого надо? Первым делом керхер надежный, моделькой 520, уже работаю, пользуюсь больше, не знаю, лет 8 точно, наверное. Вот мою две машины. Бочка с водой. Насадки. Особая тема. Вот такая насадка. Made in Italia. Обязательно. Это полная дрянь. В нее наливаю горячий воск. И после уже как бы пены от нее нету, но брызгает горячим воском. Так, все, что нам надо еще? Забыл упомянуть про моющие средства. Вот, как мы видим, 20 килограмм. Вот такой, соответственно, пистолет с такой насадкой. Все, моем. Пропылесосили, вытащили коврики, пропылесосили салон. Все, теперь одеваем вот эту насадку. Так, Юрик, я начинаю мыть. Все, ждем минут 5, ждем, пока вся пена отъест грязь. Можно, конечно, было бы перед этим помыть машину из вот такой насадкой. Но так как машина не совсем, не очень грязная, вот столько пены у нас практически ушло. Чуть больше половины. Ну все, прошло несколько минут. Вот мы видим, уже пена сползает с машины. Частично с грязью. Все, ставим такую насадку. И смываем. Тряпочку. У меня уже она старая уже. Никак не могу новую купить. Все, замшевая. И протираем всю машину. И отжимаем тряпку. Тряпку отжимаем и споласкиваем.